датчики работают, тут надо было исполнение. Да. 4, 4, 5, 4, 6. Судебный пристав, откройте, пожалуйста. Здравствуйте, судебные приставы. Интересует Каримова СЛ и Ахмедов Амирах. Здесь такого нету. А вы тут живете? Нет, я сегодня. А кто здесь проживает? Они ушли это. Границы ушли они. Границы ушли. Документ сделали. Да. Уехали отсюда? Да, да, да. А когда они вернутся? Не знаю, вчера ушли. А вы смотрите за квартирой? Да. А коммунальные платежи кто оплачивает? Они? Они, да, я им даю. Значит, тогда я его передам вам. Угу. Передадите им постановление о возбуждении исполнительного производства. Когда они документы свои сделают и вернутся обратно, они должны произвести оплату долга по коммунальным платежам. Потому что если в следующий раз они не произведут оплату, мы уже придем туда арестовывать имущество. Понятно? Да, придет я. Да, передайте им, пожалуйста, постановление о возбуждении.